О, господи, что это такое? Слишком много новых уровней. Как ты это сделала? Что? Я тоже хочу так. Ребят, я по этой стране никогда в жизни не хожу. Просто. И опять, и опять. Боже, что со мной происходит? Ничего себе, ребят. Йо, и мы с Коркой приветствуем вас. Приветствуем вас внезапно в Тавре. А все потому, что я очень люблю смотреть в комментарии и искать там новые классные идеи. Я в шоке. Я тоже. Вот, и сегодняшняя идея заключается в том, чтобы проходить Тавр только по самым сложным путям. И знаете что? Эта идея здоровская хотя бы потому, что я очень давно не заходил в Тавр, и здесь очень много новых уровней, которые являются довольно сложными и неизвестными, что ли, я не знаю, неизвестными, наверное, для меня. Да, поэтому, ребят, давайте попробуем выполнить этот челлендж, который, ну, реально будет очень жестким. Я даже сюда запрыгнуть не могу, вот как это получается? Сложные пути, мне кажется, к концу видео меня доконают, потому что, ну, вы видите сами, сложные пути бывают банально из вот таких вот маленьких кубиков, а я их, как вы знаете, просто ненавижу. Пожалуйста, поддайся! Я пролетаю сквозь него, или что происходит? Он не дается. Он не дается, я не могу забраться на него. Что не так? Тихо, он, может, и видео снимает. Все верно? Все верно? Спасибо тебе, красотка Лела. Спасибо. Это так мило, на самом-то деле. Это так мило и неожиданно. Так, вот... Да господи, я пролетаю сквозь... Хорошо, все, я зол. Я буду снимать от первого лица. Все, я готов, и я буду сейчас проходить от первого лица, потому что, когда ты прыгаешь от первого лица на такие штуки, ну, вроде бы становится проще. Да, все, ребят, все, я понял, на него хотя бы можно встать. А это значит то, что это не сломанный кубик, это значит, что все окей, и значит, что просто кое-кто плох в прохождении по сложным путям. Так, и вот, о, да, так, еще разочек, спокойно, спокойно, я тебе что, мячик баскетбольный, ну-ка, так, все, и теперь куда мне нужно, сюда, опа, и первый уровень пройден по самому сложному пути, похоже, и, так, ну, да, ребят, первый уровень готов. Поздравьте меня, мой челлендж потихонечку выполняется. Не знаю, насколько будут дальше сложные уровни, но мне хватило и первого. Вот я сейчас умру здесь на этих светяшках, блин. А, подождите, по сложному. Прохожу просто абсолютно все вот эти вот квадратики. О, господи, что это такое? Слишком много новых уровней, меня это даже смущает. Так, здесь, в принципе, очень сложно, надеюсь, не будет еще более сложно. А здесь что сложного? Здесь все окей. Так, и прыг. Да, ребят, это уровень с одним путем, поэтому меня просто Тавр пощадил. Я не знаю, как здесь идти, здесь, в принципе, сложный уровень, я реально не знаю, как себе еще больше усложнить жизнь. Можно, конечно, купить себе какую-то пакость. Ладно, давайте в этом случае я буду идти в ту сторону, в которую я не привык ходить. Я, слушайте, я просто все время ходил именно в левую сторону, в левой стороне мне, видимо, больше нравилось. Вот, поэтому вот так вот аккуратненько, аккуратненько просто проходим по правой и радуемся жизни, потому что прошли, потому что челлендж выполняется, и идем дальше, идем дальше. Здесь вроде бы тоже делать нечего, это вроде бы единственный путь на этом уровне, да, в принципе так и есть, поэтому просто аккуратненько опрыгиваем все светяшки. И ждем, ждем ошибки своей, чтобы снова, снова... чтобы снова вернуться на первый уровень и страдать там. Но нет, видимо, пока ошибки совершаться не будут. Так, аккуратно, аккуратно. Я... Так, ну, ребят, вот это не сложный путь. Это опять косяк этого пиксел-дева. Поэтому здесь я отработаю вот так вот, вот так вот. И давайте по-необычному, знаете, что сделаем? Вот так сделаем. Ребят, я по этой стране никогда в жизни не хожу. Просто каждую ступенечку, так сказать, опрыгиваю. Аккуратно, аккуратно. Можно просто ползти, кстати говоря. Да, просто дополз. Я не знаю, зачем, в принципе, эта сторона существует. Потому что есть ближе, есть вот эта сторона. Я реально не знаю, зачем сторона левая. Вот, но тем не менее, она присутствует. И мы прошли этот уровень точно так же необычно по сложному пути. Так, вот здесь меня могут ляпнуть. Вот здесь меня могут бахнуть по голове.
Поэтому вот аккуратненько, аккуратненько, максимально аккуратненько отрабатываем этот уровень. Опять же, из-за того, что Pixel Dev не может фиксить банально свои уровни, мы немножко опрыгали кусочек уровня. Но тем не менее, так, здесь мы идем по сложному пути и понимаем, что сложный путь заканчивается именно здесь. Я думаю, здесь никак иначе не пройти. А, подождите, видимо, можно пройти через левый. Нет, я сюда не допрыгну, я четко вижу это. Поэтому здесь мы тоже поступим все-таки по обычному, потому что здесь вот так вот банально не допрыгать, ребят. Я не считаю, что это косяк моего челленджа. Считаю, что просто единственный путь. Вот и все. Кстати говоря, я уже очень далеко зашел. Здесь я не проходил, в принципе, этот уровень, по-моему. Поэтому то, что я пошел по левому, это ничего не значит. Ясно вам? Ничего это не значит. Это не значит то, что мне удобнее в левую сторону идти. Понятно? Понятно? Вот так вот. Так, этот тоже уровень довольно... не так давно возник. Да, аккуратненько пропрыгиваем его. Нам некуда больше идти. Остается полминуточки. И здесь вроде бы тоже единственный маршрут. Поэтому, пожалуй, просто попытаемся успеть закончить этот уровень. И не умереть, да. Остается 17 секунд. И да, ребята, да. Похоже, челлендж просто выполнен с первого же раза. С первого раза выполнен челлендж. А, подождите. Чё? Да, 500-очка, 5-хаточка есть. Все на месте, все отлично. И челлендж действительно выполнен, ребят. Ну что, можно попробовать, конечно, еще раз. Вдруг там будут реально какие-то уровни со сложными маршрутами. Пока я в этом сомневаюсь, потому что всего таких уровней не так много на самом-то деле. Но тем не менее, как мы уже с вами поняли, они все равно попадаются. Первый уровень пройден и... О боже мой, да, здесь... подождите, можно сюда прыгнуть? Нет, здесь нельзя прыгнуть сюда. Я что-то думал, что это... Как ты это сделала? Что? Я тоже хочу так. Прыг! Ху-ху! Так, ребят, это не сложный путь, это не обычный путь, а сложный путь по факту будет, обычный. Поэтому, ребят, я ведь честный, я должен просто-напросто проходить челлендж так, как он звучит. Иди по сложному пути, мне сказали, поэтому что? Правильно, я иду именно по сложному пути. Я не буду срезать, я не буду как-то, ухищряться и прочее. Вот, буду делать именно так. Так, и не умереть бы. Да, здорово, еще и не умер. Господи! Так, тихо. Здесь не надо прыгать, да? Или на... Да, здесь не надо прыгать. Боже, я не видел этого уровня, и это стрёмно. Так, тихо. Так, я снова здесь и аккуратненько, филигранненько пытаемся пропрыгать все это дело, да, и это получается, и вот он очередной челленджный уровень. Но по факту здесь челленджного ничего нет, потому что здесь единственный путь. Тем не менее, мы проходим его без всяких ухищрений и там, каких-нибудь улучшений. Так, пропрыгиваем банально каждую ступенечку, чуть не умираем, но не умираем. И это тоже обычный уровень, в котором, похоже, нет никаких... Стоп, а что это? А где? А, да, все правильно. В котором нет никаких легких путей. Вот, поэтому просто прыгаем дальше и ничего. Будто хотел что-то сказать, но по факту нет. Но может показаться, будто да, но нет. Ой, кстати, зеленый уровень вот этот очень похож на желтенький. Потому что тут тоже такие вот фигуры у стеночки. Очень похожие, поэтому и уровень очень напоминает прошлый. Однако желтый максимально просто жесткий. Желтый жесткий. Вот, а зелененький лайтовенький. Блин, это что это? Что это за... Я в рифму, получается, разговариваю? Интересно. Так, здесь у нас, к великому сожалению, тоже всего лишь один маршрут. И, а зачем-то купили прыжочки? Так, я ими не пользуюсь. О, смотрите. Я уже говорил, что если нет более сложного пути, то я буду идти по тому, который непривычен для меня. Соответственно, вот я на этих кубиках. Пройдено. Тут я иду направо, значит, буду идти налево. Так, все простенько. Кстати, забавно, некоторые уровни я именно налево хожу, а вот этот мне всегда легче было проходить через правую сторону. Интересно.
интересно, почему так? Тоже довольно лайтовенький уровень, без всяких других маршрутов, просто вот такая вот штучка по кругу. О, а ведь уже скоро... Между прочим, скоро уже и финиш. Я, наверное, могу вот так считерить и получить 500? А, нет, не могу. А, ну, тогда просто ждем появления платформы. Платформа, появись. Приказываю тебе, спасибо большое. И, ребят, к сожалению, здесь тоже нет альтернативного пути, поэтому довольствуемся тем, что есть, и довольствуемся тем, что челлендж подходит к концу. Возможно, можно, не знаю, повыбивать специально какие-то уровни там на частном сервере, но раз уж мы за честный челлендж, то так и будем поступать. Так, в общем, ждем следующего раунда, а я вниз. Так, ну что, ребят, максимально настроились, просто ух, давайте, давайте. И призываем уровни с альтернативными, сложными путями. Можно, конечно, как-то еще усложнить себе задачу, например, купить красную пружинку или что-то вроде того, но это совсем будет жесть. Давайте так, если ближайшие 3 или там, допустим, 5 уровней не будет никаких альтернативных путей, то я куплю себе пружинку, красную пружинку, и, возможно, вы заметили, что я сейчас развернулся и пошел по левой стороне, потому что по левой стороне никогда не хожу. Вот, вы, наверное, замечали это. Вот, ну, самые редкие случаи, на самом-то деле, я... Хотя, знаете, наверное, немножко неверная фраза сейчас была. Я для каждого уровня нахожу свой удобный маршрут, вот как мне удобно. Вот здесь, например, мне проще всегда было направо идти. Вот здесь. Поэтому сейчас иду налево, и это чуть не закончилось для меня просто смертью. Но не закончилось. Так, и где там еще будут какие-то... Приколы будут так, вот тут я обычно иду вправо, теперь иду влево, вот так, ребят, вот так, очень неудобно, очень непривычно, но надо, челлендж есть челлендж. Так, здесь тоже иду по правой стороне, поэтому иду по левой, ой-ой, подождите, это же невозможно, спокойно, Ёшенька, спокуха, нет, не спокуха. Так, а вот и проблемки начинаются, ребят, вот и проблемки. Я даже не ожидал, что вот так вот сложно будет проходить какой-либо уровень. А на самом-то деле может быть сложно, потому что там банально в другую сторону берет и крутится. Ну, вот эти вот беговые дорожки меня, короче, раскручивают, фигачат меня абсолютно в другую сторону, мне приходится прыжками как-то выживать, но, видите, сейчас не вышло, хотя я был максимально близок просто к прохождению, вот. Но, к сожалению, нет. Фух, чувствую такую, знаете, небольшую усталость, потому что очень непривычно проходить по непривычным маршрутам, извините за тавтологию. Вот, ну что, погнали, погнали. И оп, прыжочек вперед, вперед, прыжочек назад, вперед, вперед и назад, вперед, вперед и назад, вперед, вперед, сильно вперед. Отлично, да. Это было сильно, это было здорово. И продолжаем, ребят. Я уже не буду покупать пружинку, потому что, ну, вы сами видели, я дважды уже, получается, шел по альтернативным маршрутам. Здесь тоже вот такой вот альтернативный маршрутик. Ой, а что? А нормально, все, в порядке, чего ты стоишь? Погнали, погнали. Здесь тоже немножко по альтернативному иду, но по факту это не имеет огромного значения. Блин, а, да ты чего? Ладненько, значит, возвращаемся вниз, потому что кое-кто не умеет нажимать на пломбир. Вот, возвращаемся вниз и проходим, опять же, по всем альтернативным путям, как мы это уже и делали, к тому самому моменту, где я и упал. Самая жесткая часть вот здесь, она мне... Очень не нравится, господи. О, назад, оп, назад. И вперед, и оп, назад. И вот тут вот хорошенечко, ёшенька. Ой, царюга, ой, просто дикий лютик, лютик. Вообще, я когда прохожу какие-то челленджи в Тавре, это меня очень затягивает, и я постоянно прошу написать в комментариях какой-нибудь интересный челлендж для Тавра непосредственно. Вот, так что можете опять написать какой-нибудь интересный челлендж. Я с удовольствием просмотрю комментарии, пролайкаю понравившиеся, а возможно даже какой-нибудь приму. Так, желтенький уровень, это... О боже мой, ну здесь ничего нового, однако, это стрёмный уровень, вот, аккуратненько встали и просто едем, просто лифт, просто чудесно, просто расту, как говорится. Здесь у меня нет конкретного маршрута, поэтому, ребят, давайте вот сейчас влево, потом вправо, еще вправо, теперь влево. Умру, нет, так, да, все отлично. Оу, ребят, а это у нас новый уровень, поэтому я не знаю, куда мне нужно идти. Какой из маршрутов более сложный? Мне кажется, более сложный справа, и я здесь могу умереть. Господи, боже, это сейчас было максимально опасно.
прям со смертью, просто со смертью играю. Играл со смертью, выиграл, как говорится. А вот тут могу проиграть, и тут... Нет, нормально. Так, успешно, 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 успешно. Успешно. И уровень пройден. Так, о, это же забаганный уровень. Он мне, кстати говоря, нравится. Прикольный баг. Вот, симпатично выглядит. Интересно, пофиксили все это дело или нет? Так, ну, если пройду, то обязательно проверю. Так, здесь не срезаем, потому что... Так, в правилах сказано, правильно? По всем квадратикам, по всем абсолютно прыгаем, и отлично. Фух, да, ребят, 500-очка. Вот, собственно говоря, 3 раза пройден челлендж довольно успешно, поэтому вот так. Итак, пойдемте пока проверим, работает ли этот баг еще. Давайте так спускаемся аккуратненько. Хоба. Да, ты чё... Ну, вот. Итак, мы добрались. Я не знаю, зачем я это делаю, но мне просто хочется. Не осуждайте, мне просто захотелось. Так, и вот тут где-то. Да, ребят, все еще работает этот баг. И, кстати говоря, я даже не падаю, хотя мне кажется, скоро упаду, потому что делаю маленькие шажочки. Но уже без разницы, потому что 3-й раз челлендж уже пройден. Вот, и я думаю, напоследок можно как-то реально... Ой-ой-ой-ой, не надо, спокойно, спокойно. Напоследок можно реально как-то сделать челлендж еще более сложным. И я, наверное, попробую... Попробую купить пружинку в следующем уровне, но если мне не получится, скорее всего, это будет конец. Как вы уже успели понять, покупать я, разумеется, буду вот эту вот красную жуткую пружинку. И вы слышали, как она просто надулась такая. И с ней будет максимально сложно, мне кажется. Мне уже это все не нравится. Это все жутко сложно, жутко неприятно. Ну, типа, когда ты до этого играл без пружинки, а потом просто покупаешь эту жуткую красную пружинку, это становится невыносимо. Никакой челлендж вообще, мне кажется, не сравнится со сложностью для меня, по крайней мере, вот этой вот красной пружинки. И, возможно, впоследствии я буду использовать эту красную пружинку на уровне синей, может быть. О боже мой, аккуратно. Господи, получилось. И опять, и опять, и опять. Боже, что со мной происходит? Ничего себе, ребят. Может быть, это тот самый момент, когда мне понравится красная пружинка. Хотя я сомневаюсь в этом очень сильно, потому что вот в такие моменты, мне кажется, мне будет очень сложно. Куда я пошел? Зачем я сюда пошел? Прыжочек. О, а вот это неплохо было. И это тоже. Слушайте, а ведь она может быть даже и полезной, кстати говоря. Так, да, очень даже прикольно. Так, ребят, давайте до первой смерти. Я думал, первая смерть будет немножко подальше. Кстати, посмотрите на мою корку, когда я надеваю пружинку, она начинает смотреть наверх. О, слушайте, это мне нравится, это даже довольно забавно. В общем, ребят, челлендж подходит к концу, и я вроде бы его довольно успешно прошел. Поэтому пишите в комментариях еще больше челленджей, каких-нибудь интересненьких, классненьких. Я обязательно просмотрю комментарии и лайкну понравившиеся, а возможно даже приму челлендж. В общем, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте, и всем пока!